Инициатива Краевого молодежного парламента стала законопроектом. Он, правда, требует доработок, но они уже идут. Предложения юных законотворцев обсудили на заседании Думского комитета по соцполитике и здравоохранению. В молодежном парламенте обратили внимание на двоякость прочтения Краевого закона о поддержке многодетных семей. Речь идет о семьях, в которых есть дети-студенты. Сейчас в законе прописано, что если ребенок обучается на территории за пределами Ставропольского края, то семье оказывается поддержка. Вот. Но не уточнено, что, допустим, если на территории Ставропольского края, то есть момент спорный. И вот в целях уточнения и исключения таких спорных моментов нами был проект закона доработан с целью уточнить, что и на территории Ставропольского края студент, и за ее пределами, за пределами Ставропольского края, все же будет семья считаться многодетной, ну, следовательно, семья будет получать поддержку.